Ребятки, у нас по плану с 10 тренировки в Сочи, в Солнечном. Но, походу, есть вопросы по этому поводу. Подлетаем к точке сбора. Даже пытаются чистить снег. Чик-чик-чик-чик. Тормози, повернись направо. Не хочу поворачивать, тут у меня, короче, ПВГ. Вот это рожа! О, бля, красавец! Езжай отсюда! Матвейка, красава! Ты вроде в тепло приехал. Ты зачем веником подметаешь снег? Веником снег! Вот сибиряки, красноярцы! О, дела! Чисто лёд. Ну и немножечко обзор площадки. Настёна, привет! Нет, есть лопата. Лопата нет, я ж не на грузовике. Чисто белым бело! Достаем снегоходы, ребята! Где Курембин со снегоходом? Палатку сильно нагрузило снегом, сейчас буду, наверное, вытряхать. Давайте произведем замер глубины снега, ну, разумеется, щупом Факофедором. Оба! На две фаланги Факофедора снег. Со снегом все сложнее, чем с водой. Встал на бочку, не могу перевернуть снег, высыпать, чуть высыпал. Вот, но палатка пока стоит, но вес там лютый на ней. А вон что-то у парней, походу, стояк-то прекратился. Прилегла. Закимарила она. Давайте пройдем. Смотрите, заячьи следы, кроличьи какие-то. Да. Потрепала тебя жизнь. Максимально. Снег всему красота. Значит, палатка. Того? Хата. Хата. Палатка джипишная стоит, но у нее там конструкция покрепче. А у Молнии Маквин тоже палатка, что-то это самое. Оказалось, слабовато духом. И Молнию Маквин там, смотрите, завалило. Завалило Молнию Маквин. Ну, короче, есть, да, вопросы? Разрушительные Сочи. Постоянно ломают всем палатки. А, был сотый Марк, стал Марк 110-й сугроб у нас. Палатку мы спасли, очистили. Московский спорт надо подканать сюда бы уже спасать свою палатку. Но она вроде стоит. Теперь цены на лопаты, я думаю, выросли в Адлере в Сочи. Поэтому, короче, надо лопату. Много лопат. Всем нужны лопаты. Главное не сдаваться, главное не сдаваться. Добрался до трассы и, в общем говоря, разгон есть. Но хода, скажем, я думаю, передача уже, наверное, четвертая, пятая. Хода имеются, но хода маленькие. Ой, что происходит? Смотрите, постановка. Будет ли постановка сейчас? Уже подбирается он к первому конусу. И мы все ждем этого момента. Есть постановка. А, это не Дмитрий Андреевич, это Саня. Есть постановка, первая дуга. Поехали! Тра-та-та-та-та! Сейчас на морске выскочу тоже! Ох! Москомспорт, кстати, начали спасать палатку, но микровибрации запустили безвозвратный ход лавины, и она начала складываться. Я, короче, поехал, покатаюсь по трассе. Это помогает быстрейшему таянию. Потому что нет, здесь глубина снега еще больше. Ёлки-палки, ребята. Что творится? Реально? Снег как бы глубочайший. Глубочайший. Ну да, есть вопросы по погоде. Я уже подраскатал маленечко. Сейчас вам покажу конфигурацию зимнего этапа Сочи Дрифт Челлендж. Значит, разгон. Ну, я на Ситроене, правда, но это самое. Здесь небольшой флипок или с ручничка. Постановочка. Вот здесь летим по
широкой, ровной дуге по траектории, плавненько подъезжаем к бетону. Вот клип у нас. И все, сюда в горочку, преодолевая сопротивление снега. Уезжаем. Вот сюда, здесь добавляем газочку, готовим перекладочку и перекладочка. И уходим сюда в затяжную дугу, опять же вдоль, ох, не могу подняться, вдоль бетона. Вот сюда вот. Тянем. Отправил, короче, силовика почистить трассу. Говорю, давай, это будь сознательным гражданином. И вон еще Ниссанчик тоже, они навстречу друг другу носятся. Чистят, чтоб таяло. Ну, а Тундра, я скажу, в сравнении с Фордом, вообще боком еле едет. Ну, я думаю, Стилову пока рано в мой класс пикапов. Слабовато едет на корректировках, на малых углах. Надо потренироваться ему. Есть вопросы, короче, по рулежке, по всем пирогам. Слабовато. Но старается, видно, что старается, выжимает саной Тундры свои все, что может. Ну, не все, наверное, но что может. Тут вот еще у нас выдовые братья и сестры. Тоже чистят трассу, всех отправил. Для пользы общего дела. Давай, что, с разгоном, с постановками, со всеми пирогами. Ну-ка, ляпни. Ляпни, ну-ка, что за это самое? Давай, флип, флай, тормоз, ручник, газ, клатч. Ну, мало угла, узкая траектория. Да, рановато в класс пикапов тебе еще. Подумал я, коли день такой полувыходной, поеду, сделаю справку для лицензии. Приезжаю, а тут, короче, справки делают, но нужен... Маршрут перестроен. Маршрут нужно перестроить, нужен анализ крови. Через 100 метров поверните направо. И анализ мочи, короче, на мутных схемах. Анализ крови у меня есть, анализ мочи. Я говорю, могу вам здесь все уделать, там гляньте. Говорит, нет, езди, сдай. Поеду, попробую сдать. Сейчас будем уже скоро выезжать. Задание — объезжать крупные глыбы снега. И долбить и не ссать. Произвел тестовый выезд на морчке. Все по красоте. Ехать можно, короче. Большие глыбы объезжаешь и, в принципе, двигаешься нормально. Мечковские силовики помогают справиться со снегом. Ох, красавчик знает свое дело, а? Итоги дня. Клюнули чуть жопкой, чуть-чуть мордочкой. Мордочка заснял, потом будет у нас видик. Из хорошего. Открыл бочку, не отрезал себе полпальца. Это я вчера отрезал, приклеил, чтобы он не отваливался. Все, заправляемся, готовимся к завтра. И снова я на мутных схемах. Приехал на такси в гостиницу. Сейчас сажусь в тачку. И еду по территории гостиницы к своему корпусу, чтобы не идти пешком. На ленивых, короче. На улице что-то холодно, смотрите, не замерзайка стала, замерзайка по сочинским меркам. Вот, идти-то не близко от входа. Поэтому такие ленивые схемы. Мне вон туда.